хлопнуть дверью, да проще всего. Много ли надо усилий для гнева? Плоть вершит свою волю легко, наполняя гордынью чрева. Хлопнуть дверью и шансов не дать, на беседы, на объяснения, порубить, покромсать, поджигать все мосты. Много ли надо смирения? А ведь Бог, прежде чем осудить, нас выслушивает для контраста. Бог дает людям шанс говорить. Люди ж людям дают шанс нечасто. Что с тобой? Для себя уточни. Может, молишься ты безуспешно от того, что, взывая учи, убегаешь с уроков поспешно. Но куда ты бежишь? От кого? Вот возможность проверить фундамент. Как расти нам, ища своего, если пляшет вовсю темперамент, если сплетням раздолье даем, если дух непрощением наполнен, мы экзамен опять не сдаем, а ведь он был для нас приготовлен. Иногда позволяет Господь, чтобы нас обстоятельства сжали, чтоб увидеть, насколько же плоть власть и силу имеет над нами, чтоб узнать, что скопилось внутри, чтоб увидеть реакцию сердца. Невозможно учиться любви, ненавидя единоверца. Заблуждение думать, что Бог на твоей стороне, если снова не пускаешь врага на порог, не исполнивши Божьего слова. На замке не держи свою дверь. Не кричи, не хочу разбираться, точка, точка. А как же потом будешь с этим в молитве склоняться? Как ты спрячешь от Бога оскал? Как услышанным быть претендуешь, если снова экзамен не сдал? Если снова обиду шифруешь? На земле мы живем для того, чтобы душу для неба готовить, не протиснуться плоти в него. Поспеши отношения строить. Нам даются попытки в борьбе сдать экзамен свой для аттестата, но Бог даст столько шансов тебе, сколько ты ближним дал их когда-то. Аминь.